Санкт-Петербург отметил свое 314-летие. В этот день в культурной столице прошли многочисленные мероприятия, одним из которых стал организованный Домом национальностей Северной столицы общегородской бал национальностей. Подробности в материале Айсены Бурнашовой. Праздник начался с главной улицы города. Участники ежегодного бала национальностей, живые символы дружбы народов, колонной проехали по Невскому проспекту до Биржевой площади. Здесь мирно живут русские и армяне, татары и удмурты, украинцы и евреи, грузины и осетины и многие-многие другие. На стрелке Васильевского острова гостей и участников праздника лично встретил Петр I. Ура балу национальностей! Ура! Виват! Виват Санкт-Петербург! Собравшихся также поздравили и первые лица города. Изначально Санкт-Петербург был замыслен Петром I как город многих народов, многих конфессий, многих национальностей и многих культур. И он продолжает оставаться таким городом, открытым миру. Да, мы разных национальностей, у нас живет сегодня более 150 представителей различных национальностей, но мы все одна семья, и мы все объединены одним – любовью к нашему городу, любовью к нашим жителям, друг другу и желанием помогать друг другу во всем. После торжественного открытия под залпы салюта в небо взлетели сотни воздушных шаров. На сцену один за другим выходили национальные творческие коллективы и исполнители. В день рождения Санкт-Петербурга жители и гости также смогли ближе познакомиться с культурой народов, населяющих город на Неве. На площади развернулись этновыставки, где проходили мастер-классы по национальным ремеслам. Сегодня у нас представлены вещи, которые показывают нашу культуру Якутии, а именно вот начиная от настольных игр, заканчивая национальной утварью. Дети очень радуются, другие национальности тоже пробуют. Рассказываем о нашей родной республике, показываем им наши книги, нашу литературу. Ну и также приглашаем их всех на праздник национальный, традиционный наш СЭХ в Петербурге. Праздник с Петровским размахом. Символично, что бал национальностей прошел именно на Биржевой площади, межшероастральных колонн, символов величия и мощи России. Это мероприятие стало подтверждением статуса Санкт-Петербурга как крепкой и единой многонациональной столицы. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.